yalanmış, bir yere gidiyor gibisin. Benim her yerde elim kolum var. Bilmez misin yüzüm düşmüş, kaç gündür düşünüyorum. Tenhalaştı kahvaltılarımız, bomboş bakıyoruz artık. Bir bildiğin var da susuyor gibisin. Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün. Sen benim ilk aldığım gülüm. Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin. Doya doya sarmışım, bize çok günah etmişsin. Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin. Doya doya sarmışım, bize çok günah etmişsin. Слабовато, нужно набирать форму. Да. Сегодня определенно, ну, как ты думаешь, везение на вашей стороне? Я думаю, что тяжело было и не нам, но там тоже, наверное, не играли. Поэтому, ну, где-то может везение, может где-то то есть, чуть более технически мы. Потому что, как понимаю, у них своих же игроков нет. Лени там вот здесь ошибаюсь. Эдуард был? Да, Тимчурик вот есть еще, да. И Казмир, да. Если мы что-нибудь не были,
нам было хорошо, ну мы старались, по крайней мере. Хорошо, хорошо. Установка на сезон, оставшийся сезон, чего хотелось бы кандидатам? Мы живем максимум, чем остаться живым здоровым, мы максимум стоит. Установок есть, приходите, дайте все удовольствие. Хорошо, спасибо большое за интерес, Павел. Кирилл. Давай отключай, Кирилл. Кирилл Богдан, команда «Капкан». Кирилл, сегодня на самом деле игра у этой команды просто отличнейшая. Вы бегали, вы как-то комбинировали. Ну, по сравнению до перерыва вообще две разных команды. Собирались ли, тренировались ли за время перерыва? Нет, к сожалению, не собирались, не тренировались. Да, сегодня как-то просто во втором тайме вышло, комбинировали. До этого так не выходило. Просто не добегают в этот момент. Не знаю, на что они надеются. Хотя за день сегодня было предостаточно. Можно было меняться каждые 2 минуты. Не добежали. Сегодня удача была на вашей стороне или больше на стороне соперника? Мне кажется, ровно была борьба очень хорошая. Нам очень помогло. У вас очень много моментов было, которые вот не реализовали на самом деле. Да, были... да, я согласен. Вы были сегодня достойны победы, я без обвини совести это говорю. Хорошо, остаток сезона у нас проходит, вторая половина. Чего хотелось бы от конца сезона, от середины сезона и до конца установки для команды? Я не знаю, мне кажется, просто провести достойный сезон, вот, чтобы было побольше таких приятных игр, для больше вот какой-то игры, а не вот этих каких-то, не знаю, ссор и прочего. Вот хочется просто хорошего футбола, даже не всегда дело в результате. Вот мы сегодня проиграли, но я доволен, как мы играли, и у меня, в принципе, все устроено. Хорошо, спасибо большое за интервью.